Извещение о смерти и месте захоронения Мактата Джения, бойца Красной Армии, уроженца села Чандара, официально передано его внучатому племяннику Алмазхану Джения. Ранее Мактат считался пропавшим без вести. Где он воевал и как погиб, никто из родственников не знал. Мало информации было по, ну, по этому. Было только известно, что пропал, да? Да, потому что на войну, ну, в эти Великой Отечественной войны, там и брат, старший его брат тоже ушел на фронт. То есть это наш дед, а Мактат — это его брат родной. Вот. То есть он младше него, он как его дед 905 года. Но вот эту информацию про Мактата мы не знали вообще. Ну, мы знали, что у дедушки был брат. Кто-то из родственников там, ну вот в Ачандарах, из родственников старших там, теток, они, кто-то обладал этой информацией. И вот через одну из историй мы узнали вообще о его существовании, если честно. Вот. То есть получается, у него есть, ну, он сам не был семейным, он был молодым. Вот у него, вот, получается, вот двое вот племянники, из племянников только остался вот отец и его сестра родная. Вот, то есть вот именно куда он ушел, когда он ушел, там, вот этого всего мало мы знаем. Вот. Мактат Джения погиб в январе 1943 года в ходе высокогорных боев в Краснодарском крае. Он похоронен в Северском районе в станице Крепостной. Там же покоятся еще 12 воинов, уроженцев Абхазии. Новые данные о местах захоронения более 100 уроженцев Абхазии стали известны благодаря работе, которую проводит команда возвращения имени под руководством Григория Скворцова. Из города Сухум по приказу командующего 46-й армией в начале июня 1941 года вышла рота Сухумского пехотного училища и пешим маршем отправилась в Сочи. Дошла до Адлера и направлена была на Красную Поляну, где вошла в состав 20-й горно-стрелковой дивизии. Мало кому известно, что у нас было такое училище. Еще менее было известно, что наши воины защищали не только рубежи Кавказа на Абхазских перевалах, но и на Сочинских перевалах, и полегли там в огромном количестве. И вот мы, Лидия Ивановна, я, курсанты Сухумского училища в этом помогали, 2022 года изучали архивы 20-й горно-стрелковой дивизии, чтобы найти следы этой роты, что с этими ребятами произошло. Мы сегодня предоставили в республику еще один массив данных. Это впервые такой крупный массив после 2016 года, когда мы представляли здесь сведения наузников гитлеровской Германии. Это 106 молодых людей 23-24 года рождения, уроженцев всех районов Абхазии, курсантов Сухумского пехотного училища, а также добровольцев, которые погибли, защищая Адлер и Сочи, и Лазаревский район в 1942 и 1943 году. Считались пропавшими без вести, на самом деле найдены погибшими, которые лежат вот на тех территориях боевых действий, где они защищали свои рубежи. МВД Абхазии уже проводит работу по поиску потомков. Каждой семье будет выдано извещение о смерти и месте захоронения их предка. Кроме того, к 80-летию Победы Григорий Скворцов предлагает масштабный проект – увековечивание памяти 26 тысяч красноармейцев, захороненных в Абхазии. Это бойцы, проходившие лечение в 23 военных госпиталях, развернутых в СССР в период войны. Согласно данным этого портала, только в одном Сухуме было 16 госпиталей. В Гаграх 3 госпиталя. В Адзубже 1 госпиталь лежит на кладбище, которое мы посетили, 606 человек. В Агудзере, по данным этого же портала, где был военно-морской госпиталь, 900 человек. И вот далее по списку. В Гаграх 3 госпиталя и более 2000 останков красноармейцев. И все эти фамилии опубликованы на портале «Память народа». То есть каждая семья может прочитать фамилию и обратиться сюда с просьбой предоставить доступ к захоронению. К чести нашего общества надо сказать, что, например, администрация Гагарского района, администрация Сухумского района, Гулерипского района ежегодно посещает, они создали, например, в Гулерипском районе они создали памятник из черного гранита, где похоронено и опубликовано более 400 фамилий на этом памятнике. Но у нас 26 тысяч бойцов, а это 400.
Мы создали такой справочник, и сегодня я выступаю от имени всех участников проекта с инициативой, чтобы к юбилею Победы 80 лет в 2025 году под патронажем президентов Абхазии и России Аслана Георгиевича Бжани и Владимира Владимировича Путина была проведена акция возвращения имени по восстановлению захоронений воинов Красной Армии, похороненных на территории Абхазии в категории умерших от ран в госпиталях Красной Армии. Таким образом, территория Абхазии преобразится, кладбища будут восстановлены, имена будут вынесены на могильные плиты. И самое главное, что огромное количество семей родных получит возможность приехать в Абхазию и откроет нашу республику совершенно с другой стороны. Данные о погибших от ранений в госпиталях Абхазии бойцах появились недавно на сайте «Память народа». Эта база данных регулярно пополняется новыми списками. За последние два года, например, оцифрованы и добавлены на сайт 162 тысячи записей о потерях, 144 тысячи записей из паспортов захоронений и более 6 миллионов карточек раненых. Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.